А что, тут звука так и нет, да? Что-то... А зачем тебе это? А, телевизор начал. Не, ну я смотрю уже в парад. Красиво. Сегодня в параде примут участие моряки Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы России. То, что он говорит, тут и показывает, правильно я понимаю? Да. Общее число участников около 12 тысяч человек. К параду привлечено более 150 кораблей различных классов. Боевой техники. В акватории Невы бросили якоря парусные суда. На Кронштадтском рейде расположился четырехмачтовый парк Седов. Свое имя он получил в честь русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова. Парк Седов занесен в книгу рекордов Гиннесса как крупнейший учебный парусник, дошедший до наших дней. Праздником, праздник. Да, не говори, давай садимся, а то парад начинается. Ну да, я же пришла. Правильно, парад, правильно, садись. Тоже была белая форма? Ну как, наверное, же была белая форма. А ты не знаешь? Я не видела белую форму. Да, белую. Она пришла, когда я женился. Арабской республики. На связи. Красота вообще. А что, у вас тоже там парад, да, в Севастополе? Нет, нет, все отменено. Нет, а нельзя, не так мы переживаем. Не могут и сюда. Да. Нет, ну сюда как? Нет, ну так другие. У него не 180 тысяч ракет. 180 тысяч. Лена, это... Эти козлы... Украинцы, да, израильские евреи, хотят еще Украине передать. Тут их не хватает даже здесь, так не хватает, что полная задница. Ну да, они просят еще. Ты в Кронштадте родилась? Я да? В Кронштадте родилась. Ой, какие у нас раки, красота какая. Лена, ура, мы сейчас будем с тобой праздновать. Не знаю, что вот здесь чесноком майонез, если хотите. А Миша говорит, как вы можете такую гадость кушать? Как это кто же? Ты тоже. Ой, я обожаю это вот раков этих всех. Миша вообще всех этих гадов не ест. Спасибо тебе. Давай, берем раку. А, с раком. Конечно, подкрасываем. Он такой горячий, слушай. Коля, показывай. Коля, мы быстро раками. А горячий он какой? Ты нас засними хотя бы. Я раков обожаю вообще. Смотри на Коля-то. Давай нас раковый, обжигает руку. Господи, боже мой. Смотри, как смотрится красиво. Ну так может, водки вам не хватает. Мне прямо, у нас пиво. Ну, конечно, уже открывает там чем. Начинает парад. А Путин-то? Путин, конечно, стоит. Ой. О, пена, пена. Ну, ничего, Коля, мы отопьем, отопьем. Ой, красота. Ну вот, так что с праздником, Лена. Да, с праздником. Коля, тебя мы поздравляем. Не могу, не могу, не могу. Не могу. Я так радуюсь, что там пора. Не надо. Коля, смотри.
Коля, улыбайся, потому что меня забраковали. Да, ну, чтобы твои пальцы были.